всего месяц назад стал чемпионом Европы, не было желания сделать перерыв? Желание так таковое было, но слово тренер для меня закон. Как бы до этого момента он меня довел. Если он сказал, что нужно боксировать на Кубке Победы, значит, я буду боксировать. Где тебе сейчас интереснее боксировать? В профи или в олимпийском боксе? Слушайте, и там успеваю, поэтому и интересно и там, и там. То есть в профессиональном боксе немножко свой бокс, в любительском немножко другой. И интересно и там, и там. В любительском, конечно, меня сейчас побольше получается, так как я там всю жизнь провел. А профессиональный бокс более интересен, так как не так давно начал. 5-0, либо 4-1 в нашу пользу. Оренбург всегда проводит все мероприятия на высоком уровне. Все готово, в принципе. Встречаются в полуфинале 4 команды. Команды такие хорошие, равные. Победит сильнейший. Ребят, много из сборной команды нашей будут принимать участие. Ведущие боксеры, которые отобрались на БРИКС. Команда очень хорошая. Все пройдет на высоком уровне.